Вас приветствует Алена Ариес. Что принесет вам понедельник? Итак, смотрим, что же принесет вам понедельник, девочки. Обновление, какое-то обновление, очищение. Может быть, вы собрались в понедельник в спа-салон? А может быть, кто-то из вас попадет под дождь. Возьмите зонтик. Так, посмотрим, что еще тут будет. Ой, девочки, прям что-то действительно такое новое. Или новая должность, или новая классная работа. Или предложение руки и сердца, или знакомство с будущим мужем. Причем эта карта Беркана, не карта, руна, именно указывает на серьезное знакомство с будущим мужем. Представляете? А также помощь от женщины, которая либо при должности, либо имеет какой-то высокий статус. Вот. Ну или просто старше вас. Так. Ой, девочки, счастье, счастье, радость и удовольствие придет в понедельник в вашу жизнь. Встречи, это может быть какой-то новый коллектив, который вас примет очень хорошо. Это могут быть новые клиенты, расположенные к вам. Вот, это могут быть новые партнеры по бизнесу, люди, с которыми вы будете сотрудничать, в общем, какой-то коллектив. Либо это ваши родственники, дети, внуки, там, я не знаю, братья, сестры, тети, дяди, любые родственники. И вполне возможно какое-то торжество ближе к вечеру в понедельник, торжество семейное или в какой-то теплой компании, в каком-то кругу очень близких вам людей.